Пойдем, пойдем. Выходи. Всем привет, друзья. Шарики висят. Вчера у соседей было день рождения. Отмечали. Прям на пирсе. Сейчас пойдем вам покажу. Мы на базе отдыха в Полтавской области. Село Орлык. Вот здесь недалеко. База называется Ореховая. Почему называется так? Смотрите. Орех, 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 орех. Целая аллея. Мэри, ты тоже проснулась. Не, уже не причесанная, не умытая. Мы тоже еще. Я еще тоже не умывался ничего. Воздух такой чистый. Вот аллея орешков, орехов. Вот и вот. И вот из-за этого, скорее всего, ну так оно и есть. База называется Ореховая. Номера по две комнаты. Там номера с одной комнаты на два человека. Машины стоят, все машины. Наши подписчики посмотрели ролики мои, приехали, отдыхают и не нарадуются. Пойдемте, я вам покажу немножко базу, пройдусь до пирса. Может, кто-то и не видел. Вообще, я много показывал про эту базу отдыха. Если кому интересно, пролистайте, есть много. Ну, еще раз покажу, потому что видео выходит, как мы грибы собирали. Мэри, пойдем. Как мы грибы собирали, в лес ходили, с рыбалки есть видео, и все пишут, это где так хорошо, это где вы отдыхаете, а дайте номер телефона, а скажите область, скажите где это. В общем, друзья, я уже сказал, где это, и номер телефона хозяина базы я оставлю здесь под видео. Будете приезжать, будете звонить, вернее, говорите, что от Журавлевых, нам будет приятно. Собачки здесь такие есть, Фанта, да, все добрые. Еще есть чипс. На базу, кстати, можно и с котиками, и с собачками. Вообще база, это ассоциируется как рыбацкая база. Пошли, Марюш, пошли. Сейчас покажу, почему. Вообще писали нам, будьте осторожны, уже есть змеи, да. Здесь природа такая, что и черепахи есть. И змеи, и бобры, и лисы. Все есть. Воздух здесь, конечно, чистейший. Рядышком лес, вот на выходе из базы, если выйдешь, буквально 100 метров начинается лес. А вот здесь, по такой тропинке, 50 метров, и начинается Каменское водохранилище. Вы только посмотрите, какой здесь кайф, релакс. Самое главное, здесь тихо. Абсолютно тихо. Вон Марюша идет со мной, погуляем. Сейчас я вам покажу рыбку, которую я ловил. Есть видео, которая, какая здесь рыбка ловит. Смотрите. Опа. Карасики. Один линок есть. Вот такие. Сами видите. Красавцы какие. О. Да. Рыбка здесь есть. Ну, а как же. Днепр. Конечно, есть. О. Вот так. Прямо здесь. Ветер был. Эти дни, два дня. Не особо было комфортно на причале. Пойдем, Мариш, пойдем. Сейчас выйду на причал, покажу вам основную большую воду. Вот сюда, кстати, давайте я опять покажу.
Вот, кстати, есть проход вот здесь. Вот место с поплавочком сидеть. Здесь такие места поделаны. Вот место. Вот тоже люди сделали места. Видите? Раз я тут в камышек. Ой, красота. Вон бобры как работают. Да это вам не хухры-мухры. Ну, в общем, дальше еще штук 5-6 мест таких шикарных, что можно на поплавочек. Красота. Вот еще карасик. Вот там, еще там, там. Заливчик такой. Это по этому заливу лодки выходят на большую воду. Люди приезжают сюда прям с лодками. Да и здесь лодки есть, хранятся. И вот, вот оттуда. Здесь глубина такая до 3 метров, фарватер такой. И выход на большую воду, на водохранилище. Вот почему эта база, база Ореховая, все-таки ассоциируется как база рыбацкая. Хотя домики для отдыха шикарные. Для всей семьи, не только для рыбаков. Единственный минус здесь, на этой базе, нету ни бассейна, ни пляжа. Учитывайте это, если будете вдруг ехать, чтобы вы знали и понимали, какого профиля здесь отдых. Пляжа нет, и купаться, и бассейна нет. Вот сейчас мы выйдем на пирс. Вчера здесь жарили мясо, шашлык, стейки. Прямо вот здесь вот. И вот он выход. Вот у людей удочки стоят. Это со вчерашнего дня. Никто их никуда не забирает. Поставили. Здесь все, своих чужих нету. Смотрите, какая красота. Просто шикарно. Вот, вот здесь мы сидели вчера, отмечали день рождения Диме. Еще раз, Дима, с днем рождения тебя. Вот здесь такой есть беседка, тоже стоят снасти, удочки. Ну, был бы ветер, ураган, можно было бы стол сюда занести. Хотя здесь не капает с крыши. Вот такой здесь релакс. Вот это Каменское водохранилище. Вчера вода вообще чистая была, сегодня немножко мутная. Ну, вот туда на лодке плавали мы. Есть тоже ролики. Рыбы собирали в лес, да? Брюш, иди сюда. Иди, моя хорошая, гуляет со мной. Кто там? Рыбка. Увидела камыш только. Раз-раз, вот тут рыба трется. Да, Мэри, рыбка была, да? Прям сильно камыш. Оп-оп. Красотища. Сюда приезжаю, перезагружаюсь полностью. Ой, воздух, конечно, не передать. Пойдем, Марюш. Пойдем. Будем кофе пить. Давай догоняй. Телепается. О, Фанта. Выспалась. Ты моя хорошая. Фанта. Очень добрые песики здесь. С Мэри дружат. Гуляют вместе. Вот такая, друзья, здесь база. Сразу здесь выход. Кстати, территория... Здравствуй, Саш. Территория полностью закрыта. Собачка гуляет.
никуда она не убежит, никуда не денется. Вот. И сразу на выходе, как я уже сказал, 100 метров в лес. О, Светлана Александровна уже на полном релаксе. Ой, и мне кофе. Класс. Я еще вынесла, думаю. Все, все. Да я туда прошелся. Ну все, друзья, показал вам базу. База небольшая, уютная. Номера показать не буду. Очень много роликов. И кому интересно, просмотрите. Есть с базы Ореховой ролики. Номера классные. Все под дерево, санузел, душ, микроволновка, холодильник. Все, все удобства, большая кровать, ортопедический матрас. Цены и свободность узнавайте по номеру телефона. Только нужно заранее, потому что очень много людей. Здесь очень такой большой поток, скажем так. Ну все, пока. Да, чуть не забыл. Интернет здесь не очень. Опять же, если кому вдруг интернет нужен, вот, допустим, как мне ролики загружать, здесь с этим проблема. Мы купили роутер Wi-Fi, этот самый, 4G. Более-менее. А так, на пирсе идеальный 4G. Здесь не очень. Все, пока. Надолго мы не прощаемся. Всем здоровья и мирного неба. И такой тишины. Пока.